вас спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам большое, что вы в такое трудное время, в такой программе, просто находясь, нашли возможности. Одно из лучших мероприятий сегодняшнего дня. Благодарю вас. И вопросы такие сложные были, и абсолютно свободная дискуссия. Церковь не очень вообще привыкла к такому стилю. Вот. А здесь люди стоят, говорят, но в конце концов, ну, самый высокий уровень единомыслия. И когда проходит через дискуссии, потом достигают единомыслия, вот этого дорогого стоит. Потому что даже каждый себе с этим отождествляет. Да, точно. Каждый чувствует себя участником. Участником и созидателем этого процесса и результатом. Да. И, конечно, документы такие, которые прямо в жизнь пошли. Очень надеемся, что это будет содействовать укреплению жизни Русской Церкви. И вообще консолидации здоровых сил общества, потому что собор был открыт в том числе и на диалог, на взаимодействие со всеми силами нашими общественными для процветания нашего Отечества. Я вас поздравляю с этим. И благодарю за... Спасибо, Владимир. Ну, важное для общественной жизни страны мероприятие прошло на таком уровне и с таким результатом. Благодарю вас. Спасибо.